Друзья, привет, мы в Ашане, Мегадыбенко. А тут какие-то супер скидки, у них черная пятница. Только такие черные упаковки стоят. А что это? Загадка. Ребята, в Ашане это уже школа. Представляете? Все. А школа-то будет, интересно. Все выкладывают уже. Пока еще только начинают. Не все выложено. Смотрите, кисточки 169 рублей, стаканчики 7,50, одинарные 19 рублей двойной. Тетрадки предметные 40 листов 20 рублей по темам. Вот химия, например, без всяких подсказок, просто написано, что за предмет. Обложки. Друзья, я надеюсь, нас пустят в школу. И надеюсь, что к сентябрю уже все откроется, и мы будем жить обычной жизнью. Хотя бы даже с масками, пускай уже отправляют детей в школу. Визитница. Визитница 100 рублей. Смотрите, какие классные визитницы. Зачем они школьникам? Папка-тетрадь со сменным блоком 160 рублей. Вот это классная штука. Смотрите, там можно разные цветные странички. Так, такая сколько стоит? 260, наверное. Смотрите, классная какая. У меня дочка такие любит. И они разные. Разные. Вон там лес. А вот еще есть. В общем, целая куча. В общем, 260 или 319. Даже себе хочу такую. Только мне зачем? Мне не надо. Я ничего не пишу. Вот они. Видите, тут кольца можно разжать и листочки добавить, поменять. А вот и сменные блоки продаются. 19 рублей. 50 листочков. Побольше есть. Есть такие вот с цветочками. Разные, красивые. Смотрите. Разные дизайны, разные расцветочки. Полоску можно взять для старшеклассников. Вот они, рюкзачки. Смотрите, для первоклашек Эрих Крауса 4680 грамм. Леди Баг, какой милый. Ленивец 5000. Рюкзак Хадбер. Пупси. Хэппи Тайм 4800. Классные ранцы, школьные, со спинкой правильной, рюкзачки на шнуровке 850, маленькие есть. Давайте пойдем по тетрадкам, просто пройдемся, я вам покажу, какие тут дизайны классные. $95 такая тетрадочка. Вот. Кто это? Хамелеон в наушниках. 31 рубль. Или это игуана? Girls Boys. Girls Boss. Надо дочке показать. Вау. Прикольные. Смотрите, какие. Не знаю, можно сейчас такие тетрадки в школу, то некоторые запрещают, и нужны однотонные с короной, актуально. Так, захвачу-ка я эти тетрадки, стоят 32 рубля. Клетка 48 листов. Ой, красивые с цветами. 40 листов. Так, это у нас дневники. Разные дневнички. Смотрите, какие классные дневники. Разные-разные. В крафтовых обложках, в мягких таких. Есть дневнички для музыкальной школы. Но выбор пока небольшой. Вот в мягкой обложке и в жесткой.
вот такой вот дневник. 99, 100 рублей. Дальше тут какие-то вставки для планеров, что ли. Что это такое? Планер недатированный. Это, наверное, вот в такие штуки вставлять. Смотрите, сколько рюкзаков. Вот ранец 1000 рублей. Из дешевых. На мальчиков. Темный большой выбор. Дальше пошли мягкие. Вельветовый 1100. Так. Сумка 900 рублей. Такая типа винтажная. 3000. 1100. Прозрачный. 1400 рюкзачок. Выбор огромный. С котиками 1000 рублей. Котики. Совы какие классные. Холодное сердце. Золотые. Вот. Вот это классный. 3200. Смотрите, какой ленивец. Ананасы. Вес до 1 килограмма. Тут, смотрите, закрывается на замочек. Спинка жесткая. Тут еще классный, с кактусами. Цены не видно. И с какими собаками? 1300. С котом 2800. С пушаном. Тоже классный. Достаточно жесткая спиночка. Вот еще пушин 2000. Такие Эрих Краусы сумки 550. Смотрите, типа шоперов. Ну, можно для физкультуры, например. Для сменки. Вот еще есть для сменки вот такие 360. Тоже Эрих Крауза. Расцветок моря разных. Папки пошли. Эрих Крауса 500. 160 попроще. Для мальчиков, девочек. Вот какая Эрих Крауса. Тут прям сумочкой даже есть ремешок на плечо. Сумка для спорта. 1500. Да, и картинки разные. Смотрите. Пони. Папки для тетрадей. Посмотрим карандашики. Смотрите, ценники. Разные-разные. Мелки. Гамма для малышей. Толстые какие карандаши. 540 рублей. Подставка для кистей 59 рублей. Что-то новенькое, интересное. Покажу фломастеры. 500 рублей Бик, 24 цвета. Фабер-Кастель 509 рублей, 20 цветов. 24 цвета, 380. Гамма фломастеры 36 цветов, 360 рублей. Двусторонние 190 рублей. И
оригиналы всякие разные. Смотрите, прям с линейкой. 250 рублей. А этот сколько стоит? 159. Такой сумочка. 400 рублей. 100 рублей есть и со скидкой. Но это прошлая коллекция. Мне вот эти понравились. 100 рублей. С печеньками с какими-то. Разные вкусняшки тут. Сумочки. 640 рублей. Огромный выбор. Пенал художника. Смотрите, какой. Сколько стоит. Так. Не, наверное, 200. Скручивается вот так вот. $120 простые такие на молнии, тоненькие. Вот есть крафтовые, смотрите, как будто из бумаги. 240 рублей. Прикольные, кстати. Сумок таких не видела, хотела бы сумку такой себе. Вот есть побольше, тоже, по-моему, прошлая коллекция. Вот, 150 рублей. В общем, разные-приразные. Вот эти прикольные какие. 120 рублей простой. $400 вот еще крафтовые. 360. В общем, друзья, можно приезжать в Ашан. Для школы тут уже всего полно. Все выложили на входе. 100 рядов, как обычно. Все, что хотите. И все, чего не хотите. Карандаши любые. 3 рубля вот самый дешевый. Кстати, я в том году покупала сразу целую коробку. Они продавали, по-моему, по 150 рублей. И вот нам на год, кстати, хорошо хватило. И ручки также я купила. Целую коробку сразу. Простых ручек. Покажу вам еще цены на разную мелочевку. Вот точилки в виде домиков, машинок. 289, 350. Точилки 18, 26, 13 рублей. Деревянные есть модные. Смотрите, какие. 45 рублей. Ластики 78 в виде таких карандашей. Ластиков куча разных-разных. Видов, неоновые наборчики. Вот есть вот эти удобные штуки. Выдвигается стирательная резинка. Но я обычно подешевле брала. Этот 100 рублей. Детям удобно. Корректоры, ручки, бутылочки любые. Дальше фломастеры, маркеры, текстовыделители. Наборчики. Пожалуйста, там вот такой набор. 450 рублей. 4 штуки. Короче говоря, друзья, пишите, если интересно. Вам буду снимать подробно каждый отдел. А вот, кстати, эти коробки. Вот ручки синие. 2 рубля штука. Я брала целую коробку. Коробка стоит 200 рублей за 100 штук. Вот такие ручки я брала. И коробку карандашей. 100 штук. 174 рубля коробка. Такие смешные ручки грибы. 104 рубля. Смотрите, просто такие поганки. Интересно, они, может, еще и в темноте светятся? Есть всякие листики, ландыши. Ручки разные. Тоненькие. Да. 21 рубль такая капиллярная. О, смотрите, 52 рубля. Вот. В фикс-прайсе продаются. Поскольку они там? Они, по-моему, там по 77. А там за 2 штуки. В общем, тут тоже есть, смотрите.
Там, наверное, их сейчас разберут, а здесь вот их много. 52 рубля за штучку. Скидки 10 рублей. Вот такие ручки. Это какая-то прошлая коллекция. Стильные ручки. Многоцветные. 7 цветов. 69. 70, считайте. Вот такие дела.